Ripple депонирует токены XRP. Компания ограничивает предложение своей валюты на рынке криптовалют, временно блокируя токены XRP на escrow-счете. Компания намерена обеспечить монетарную стабильность в своей экосистеме. В настоящее время в обращении только 38,3 миллиарда токенов, хотя общее предложение составляет 100 миллиардов токенов XRP. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус отметил: «Мы хотим придать уверенности в том, что технология Ripple Consensus Ledger является самой надежной, а токены XRP наиболее ликвидными».